день, уважаемые коллеги. Я хотел бы вас спросить, прежде всего, как меня слышно. Поставьте, пожалуйста, плюсик в чате, если меня слышите. Отлично. Тогда продолжим. Коллеги, меня зовут Павел Юрьевич Калиников. Я руководитель учебно-методического центра университетской библиотеки онлайн. И сегодня мы с вами проводим вебинар, посвященный нашей электронной библиотечной системе. Спасибо, это хорошо, что вы все меня слышите. Наш вебинар будет сегодня такой комплексный. Он, с одной стороны, будет посвящен функционалу нашей библиотеки и неким общим словам, которые надо сказать, прежде чем мы познакомимся с нашей библиотекой. С другой стороны, насколько я знаю, среди наших участников есть определенное количество преподавателей и потенциальных авторов, поэтому он будет у нас немножко и в эту сторону тоже повернут, в сторону преподавателей, чтобы они поняли, какие выгоды им сулит сотрудничество с электронной библиотечной системой университетской библиотеки онлайн. Кроме того, я хочу сказать, что мы не только ЭБС, у нас масса разных проектов, как открытых, так и, ну, условно говоря, закрытых, как ЭБС. Да? И я постараюсь обо всех из них рассказать, чтобы вы поняли, какими возможностями вы можете пользоваться. И э, что для вас интересного может быть в нашей э, в нашей электронной библиотечной системе? Э, ну несколько слов о компании, которая э, развивает бренд э, университетской библиотеки онлайн. Э, это наша ведущая компания э, Direct Media. Э, мы занимаемся э, издательским и э, контентным бизнесом уже достаточно давно, больше 10 лет. Занимались в свое время выпуском электронных книг и электронных дисков. Занимались, сейчас занимаемся издательскими проектами, связанными с выпуском различных арт-проектов. Я подробнее об этом расскажу совместно с «Комсомольской правдой». Ну и мы вот уже больше пяти лет являемся компанией, которая поддерживает электронную библиотечную систему «Университетская библиотека онлайн». Одну из ведущих электронных библиотечных систем на российском рынке. Ну, пару слов о наших проектах. Конечно, прежде всего это, собственно, университетская библиотека онлайн. Это наш ведущий бренд и то, чему в основном будет посвящено, посвящен наш сегодняшний вебинар. Несколько цифр о нашей университетской библиотеке онлайн. Более 450 вузов подписчиков. Мы покрываем примерно 25% рынка ЭБС. У нас представлены более 400 различных издательств. Среди них 60% издательств учебной двадцатки, те, которые определяют рынок, рынок учебников России. В нашей системе более, более четверти миллиона книгообращений в год происходит наши пользователи – это 800 тысяч пользователей, потенциальная наша аудитория – это почти 2 миллиона учащихся в России и СНГ. Да, хочу сказать, что наш проект, он не только российский, ряд юридических лиц в других странах тоже являются нашими пользователями. Ну, например, Национальная библиотека Белоруссии, и ряд других юридических лиц, даже в Западной Европе есть. Какие у нас еще есть наши смежные проекты? Ну, прежде всего, это проект «Электронные курсы». Это наша система дистанционного обучения, в которой мы агрегируем контент электронных курсов уже. То есть не просто электронных книг, а электронных учебных курсов. Подробнее об этом тоже расскажу чуть попозже. Это наш интегрированный сервис антиплагиат. Это, ну, точнее, не наш сервис, а мы его интегрируем. Это библиотека деловой литературы. В некотором смысле это вариант университетской библиотеки онлайн для корпоративного клиента, не вузовского, ну вот в частности Газпром является подписчиком нашей э, библиотеки деловой литературы. Да, я совсем забыл э, вам э, рассказать, что кроме меня в э, чате находится еще один представитель э, нашей компании. Эрик Аваков, это персональный менеджер вашего вуза. И, возможно, по ряду, по ряду вопросов, которые будут у вас возникать, я буду адресовать ему ответы, либо непосредственные, либо опосредованные потом по электронной почте. В любом случае, можете прямо здесь в чате задавать вопросы как мне, так напрямую и напрямую ему, с указанием, что вы ему задаете вопросы. <coughs> вот, продолжим. Значит, кроме указанного проекта, кроме указанных проектов, у нас есть еще открытые проекты. Это такие проекты, как мировая художественная культура или арт-портал. Большое количество художественных произведений в этом. Это этот портал можно рассматривать как дополнительный учебный ресурс для ваших студентов, которые ищут иллюстрации для своих работ. О нем я тоже немножко подробнее расскажу попозже. Это также энциклопедический ресурс открытый энциклопедиум, в котором содержится почти полтора миллиона статей. Книжки в нем расположены как в текстовом виде, так и в виде PDF. -ов достаточно большое количество, около тысячи различных справочных и энциклопедических источников. Ну и, наконец, это одно из наших, один из наших ведущих проектов, тоже он, разумеется, открытый, это интернет-магазин электронных книг. В нем вы можете приобрести и скачать... Большинство тех книг уже для личного употребления можно скачать. Большинство тех книг, которые есть у нас в ЭБС, а также еще некоторое количество других книг, которые присутствуют только в интернет-магазине электронных книг. Этот интернет-магазин мы видим как интернет-магазин умных книг. Это у нас там достаточно мало художественной литературы. в основном мы выставляем там научно-популярную, интеллектуальную литературу, литературу для самообразования, нонфикшн и так далее. как я уже говорил, ассортимент интернет-магазина перекрывается, но в целом отличается от состава EBS и это можно рассматривать как совершенно отдельный, проект, независимый от ЭБС. А, ну и э, издательский наш проект, большой наш издательский проект с издательством «Комсомольская правда». Э, совместное издание э, общим тиражом более трех миллионов э, экземпляров. Э, несколько серий, такие серии, как «Великие художники», «Музеи мира», «Великие поэты», кухни народов мира, ну и так далее. Чуть попозже я вам расскажу о том, как эти, эти направления будут в скором времени представлены в нашем уже арт-портале в электронном виде. Это достаточно интересный проект, который мы реализуем уже в этом году. Ну и в конце концов мы являемся издательством вузовской литературы, мы сотрудничаем с отдельными авторами, либо с издательствами вузовскими, мы готовы выпускать вузовские учебники, монографии, учебно-методическую учебно литературу и так далее. Ну, чуть подробнее я об этом тоже расскажу попозже. Мы, э, у нас есть вот несколько таких принципов, которые мы сформулировали как э, некие наши отношения к вузовским, э, вузовским ролям, если можно так сказать. Да? Ну, прежде всего, вот, да, и выразили это так вот, как наша любовь к этим, э, к этим лицам. Прежде всего, мы любим наших студентов, да, и для них мы сделали это огромное наше Потенциальная аудитория ⁇ почти 2 миллиона человек. Для них наше богатство контента, удобный функционал и достаточно простой. Ну и дополнительные возможности ⁇ интернет-магазин, система дистанционного обучения и мультимедийный контент, с которым мы тоже в последнее время очень много работаем. Ну, разумеется, мы любим и преподавателей причем преподавателей в двух ипостасях, преподавателей как преподавателей, которые будут рекомендовать нашу литературу студентам. И, кстати, вот почему мы так любим приглашать на наши вебинары и семинары не только представителей библиотек, но и представителей профессорско-преподавательского состава, потому что без должного контакта с ППС вуза не получается контакт со студентами. Студенты, даже если они получают достаточно хорошую и подробную информацию об электронной библиотечной системе от своих, в своей библиотеке, не всегда охотно туда ходят, до тех пор, пока преподаватель не порекомендует им конкретную книжку, конкретный учебник из этой электронной библиотечной системы. Поэтому преподаватели ⁇ это наш второй приоритет. Нет, не буду расставлять приоритеты по номерам, это все одинаковые приоритеты, но это важный наш приоритет, и мы хотим с преподавателями сотрудничать. Для преподавателей у нас есть в системе, преподаватель в нашей системе является привилегированным пользователем, у него есть некоторые дополнительные возможности по сравнению со студентом, это возможность просматривать свой индекс цитирования в своем личном кабинете. Это сервис самопубликации, при помощи которого можно публиковать определенные файлы в электронной библиотечной системе. Это возможность подключиться к нашей системе дистанционного обучения и создавать им электронные курсы. И, кстати, бесплатно прослушать наш э, э, учебный курс по работе в системе дистанционного обучения. Э, это создание производных э, произведений э, посредством э, функции EBS как сервис. Чуть-чуть я расскажу вам э, в конце нашего вебинара. Ну, это, и это детектор э, плагиата, при помощи которого можно э, проверять работы студентов на присутствие несанкционированного цитирования. Ну, конечно, конечно, мы любим библиотекари, и для них создан наш основной функционал. Библиотекари имеют наивысший приоритет в ЭБС и максимум функционала, который можно себе представить. Это и работа с контингентом то есть подключение, отключение различных пользователей. Это сервисы книгообеспеченности, это сервисы Русмарк, это совместимости с различными АБИС, это показатели ЭБС, статистика контента различная, калькулятор стоимости подписки и различные массовые операции. Ну и, разумеется, ВУЗ для нас представлен не только стороной своей библиотеки, но и если у, издательства есть, у ВУЗа есть издательство, мы тоже проявляем интерес к, к сотрудничеству с издательством ВУЗа, потому что если ВУЗу принадлежат права на определенную интересную литературу, которая учебную в основном, конечно, учебную и научную литературу, которая может пользоваться спросом у нас в нашей электронной библиотечной системе. Мы с удовольствием заключаем договоры с таким вузом или с таким издательством, если оно является отдельным юридическим лицом. Ну и часто мы идем на то, чтобы чтобы вот эти вот процессы шли встречными. То есть, если вы являетесь подписчиками нашей библиотеки, то цена может быть меньше, если мы заключаем какой-то договор с вашим, с вашим издательством. Ну и для наших, для наших издателей тоже есть достаточно большое количество функционала, которое может их заинтересовать. Разумеется, мы проявляем интересы к вашим авторам непосредственно. В том случае, если авторские права на определенные учебники или монографии, которые могут нас заинтересовать, принадлежат конкретно авторам, то мы вступаем с удовольствием вступаем в отношения и с этими авторами и можем издавать их издавать их учебники или монографии в электронном виде и помещать, помещать их непосредственно в нашу электронную библиотечную систему без выпуска тиража серьезного, но с присвоением ИСБН и прочего, прочих атрибутов, которые сопровождают серьезное издание. Вот, соответственно, на, это, на эти ваши книги можно ссылаться, и их ссылки на такие книги повышают ваш ринц, как ваш индекс цитирования как авторов. Ну и, наконец, хотя таких, наверное, в нашем вебинаре нет, мы понимаем, что внедрять систему, возможно, в вашем ВУЗе будет какой-то IT-персонал, особенно если будут какие-то какие-то нестандартные приемы подключения, такие как, например, через ваш прокси-сервер или через ваш учебный портал, без введения логина пароля то есть есть такие варианты подключения когда вы можете просто подключиться все люди которые входят на свой на ваш учебный портал со своим логином и паролем автоматически попадают в нашу университетскую библиотеку онлайн, уже им не надо уже вводить свой логин и пароль. Ну, это один из вариантов. Вот. И наша система, она достаточно хороша для вашего IT-персонала. У нас гибкий helpdesk, гибкие подключения к нашему ресурсу, и мы всегда идем навстречу вашему IT-персоналу при подключении нашей системы. Ну, еще раз повторюсь, да, почему наш слоган больше, чем EBS? Ну, мы, потому что мы агрегаторы контента в очень широком смысле этого слова, да. Мы предоставляем не только традиционные услуги EBS, но и мультимедиа контент, мы занимаемся вопросами электронного обучения, у нас есть открытые проекты, мы поддерживаем проект печать по требованию ну и занимаемся вопросами продвижения в, в ринце ну теперь пару несколько слайдов посвященных функционалу нашей библиотеки разумеется не всему функционалу описание всего функционала занимает не один вебинар кстати если вы хотите более подробно послушать о функционале нашей библиотеки, вы можете присоединиться к вебинарам, которые начнутся на следующей неделе. Их будет 5 вебинаров. Если вас интересует данный вопрос, я вам ссылку дам сейчас в, в чате, если кто-то заинтересуется. Вы сможете точно так же бесплатно и свободно зарегистрироваться на этих вебинарах тоже. Здесь я вам показываю самое главное в нашем функционале, да, ну самое главное в кавычках, наверное, это самое простое, но зато это то, что требуется вообще всем. Это как читать книжку с нашего в нашей системе. Давайте я немножко в увеличенном виде это покажу. Вот так вот, да? Ну вот внутрь системы загружена какая-то книжка. В данном случае это какая-то старая книжка очень. Курс рисования 2013 года. Вот она. Ну и в новом нашем дизайне, который запустился осенью этого года. Все сделано достаточно прозрачно и в спокойных тонах. И управляющие иконки, они не занимают много места, и не отвлекают ваше внимание. Ну, давайте поговорим о том, что вообще есть. Да? Есть движки вперед-назад, в конец, в начало. Это 1, 2, 3 выноски. Вот относительно выноски 4 мы поговорим отдельно. Это выноска, которая позволяет взять кусочек нашей книги, точнее код для вставки кусочка нашей книги в любой ваш ресурс. Это мы называем, это свойство мы называем EBS как сервис и позволяем брать, если вы хотите кусочек книжки вставить на какой-то открытый ресурс до трех страниц книжки можете бесплатно взять и вставить, например, в свой блог или на свой сайт. А вот если вы работаете в нашей ABS Moodle, то можете в свой электронный учебный курс вставить кусок любого объема, и это будет там работать. В этом случае в том месте, куда вы вставляете свой код, открывается точно такой же Reader, и в нем открывается та книжка, которую вы хотите показать своим пользователям. Пятая выноска, это по ней вы можете сообщить нам об, об ошибке, которую вы нашли в книге или в ее оцифровке какой-то. При помощи шестого, шестой выноски вы можете э, сохранить часть книжки в виде PDF. А, ну, в данный момент работает ограничение до 10% книжки вы можете сохранить в PDF. А, седьмой и восьмой пункт э, – это э, они управляют… Вообще с седьмого по одиннадцатый пункт – это управление э, показом книги во весь лист, э, либо один к одному, либо увеличить, уменьшить и так далее. Двенадцатая выноска показывает текст книги. По умолчанию показывается графическое представление верстки книги, а по двенадцатой выноске показывается текстовый слой, если он есть в этой книге. Как правило, это либо автоматически распознанный слой, либо более какой-то серьезный слой, который э, поправлен уже. По 13 выноске вы можете распечатать э, часть книги, ну, данную страницу книги, и по 14 э, перечитать данную страницу книги. В 15, 15 вот эти вот органы управления, они просто повторяют первый и третий. Так, давайте вернемся к нашей презентации и пойдем дальше. Да? Значит, я хочу сказать, сейчас мы с вами это не будем смотреть. Да, зря я сразу не сказал вам. Значит, коллеги, справа от вас, справа от вот этой вот части, которую мы... Который, ой что-то у меня перемоталось по моему было где-то около 20 да Сейчас. вот справа от вот этой области у вас должна быть область общедоступных ресурсов если вдруг она у вас не открылась то пожалуйста найдите наверху вот там вот примерно показываю направление наверху среди иконочек есть иконка с изображением папочки. Вот если на нее нажать, откроются общедоступные ресурсы. В них я положил две презентации, которые вы можете скачать и потом воспользоваться теми ссылками, которые в этих презентациях есть. Одна из презентаций – это та презентация, которую сейчас я вам представляю. И вторая презентация это более подробное ознакомление с нашей системой дистанционного обучения. Эту презентацию я вам показывать не буду, но предлагаю тоже скачать, чтобы вы имели представление о данном вопросе более глубокое, нежели я сегодня вам расскажу. Итак, возвращаясь к этому курсу, в, в данной презентации у нас... Есть ряд кадров, которые представляют из себя обращение к учебным видеороликам. Сейчас мы их запускать не будем, но если вы скачаете презентацию, вы сможете посмотреть наши учебные видеоролики, посвященные данной теме. Вот в данном случае это видеоролик, посвященный работе с нашим ридером. И будет еще несколько таких роликов. А вообще эти, все эти ролики хранятся на нашем учебном портале учебном видеопортале на Ютюбе, ссылочку кто чуть-чуть опоздал подмотайте чат самое начало вы увидите там ссылку на наш видеопортал мы там ведем активное информирование наших наших клиентов, потенциальных тоже, и, и тех, кто является нашими подписчиками, о работе наших, нашей электронной библиотечной системы и по смежным вопросам. В частности, мы и наши вебинары все выкладываем туда, в открытый доступ. Вы можете ими пользоваться после того, как вы их один раз просмотрели. Можете потом обращаться к записи. Второй пункт, пункт функционала, о котором я хотел бы вам рассказать, и которые очень важны в основном для студентов и преподавателей, ну, конечно, и для библиотекарей тоже, это такой пункт, как поисковые выборки. Поисковая выборка это список книжек, которые вы искали посредством поиска в электронной библиотечной системе, отметили определенными галочками, а потом по специальной кнопочке добавили в, в список, который хранится в вашем профиле, в вашем личном кабинете во вкладочке «Мои события». Вот здесь мы видим, что вот она вкладочка «Мои события» в вашем кабинете личном. И вот тут написано, что это глазами преподавателя, потому что у библиотекаря э, все немножко сложнее тут. Э, сейчас мы посмотрим, как это выглядит. Э, вот в моих событиях вы выбираете поисковые выборки, э, а дальше идут э, названия этих выборок, и внутри этих названий идут списки книжек э, тех, которые вы выбрали. Ну, зачем это надо? Да, это э, нужно для того, чтобы из всего набора в десятки тысяч наименований, вы подобрали бы себе именно ту литературу, которая нужна вам для вашего преподавания, ну или вам для личного развития вашего. А, вот как это выглядит глазами администратора, то есть со стороны библиотекаря. А, отличие заключается в том, что а, библиотекарь видит поисковые выборки всех... А, всех пользователей ЭБС со стороны вашего вуза. Таким образом, прежде чем получить список самих книг, вы еще получаете список пользователей, которые сделали какие-то выборки, и уже среди них вы можете посмотреть, какие они сделали выборки для себя. Разумеется, и свою выборку вы тоже можете как библиотекарь делать и добавлять. Ну, как все это делается? Начинается все с поиска. В поиске вы, используя прямой поиск или поиск уже сложный с применением различных фильтров, вы находите то, что вам интересно, те книжки. А дальше вы у каждой книги видите вот такую подпись «Сохранить в выборке». Обращаю ваше внимание, что эта подпись возникает тогда, когда эта книжка в соответствии с, до... с вашей подпиской э э э входит в... в доступные для вас книжки. Если книжка из какой-то коллекции, которые... на которую вы не подписались, вы не можете ее в свою выборку поместить. Таким образом, для всех книжечек вы отмечаете вот здесь вот галочку ставите для тех, которые вам нужны. Вот здесь показано, что галочки для некоторых книги, для некоторых книжек поставлены. А потом в конце списка вы нажимаете на вот такую вот кнопочку Сохранить выборку. Эта кнопочка при приводит к вас, вас к такому окошечку в котором вы можете либо дать новое имя вашей выборки, либо добавить выбранные ваши, вами книжки к той выборке, которая уже существовала. После этого вы нажимаете на кнопочку «Подтверждаю». И вот новые, вы можете убедиться снова пройти в, во вкладку «Мои события» и «Поисковые выборки» и увидеть, что у вас появилась новая выборка и в ней появились вот эти вот новые книжки. Опять же, если вам понадобится подробнее это посмотреть, вы можете посмотреть видеоролик соответствующий. Несколько слов о том, как производится информирование об индексе цитирования для ваших преподавателей. Ну, все мы знаем, что сейчас это очень актуальная вещь, и Преподаватели очень сильно зависят от своего индекса цитирования, от этого зависят многие их административные вещи, связанные с непосредственным участием в обучении. Прежде всего, для того, чтобы получить актуальную информацию о своем РИНС, вы должны правильно и без ошибок ввести свою фамилию, имя и отчество при регистрации пользователя. Значит, если это делает сам преподаватель, то он должен понимать, что он должен ввести полностью фамилию и имя отчество, а не, например, фамилию и инициалы, да. Далее он должен ввести свой актуальный пароль, э, актуальный свой актуальный email, э, выбрать себе какой-то логин, ну и выбрать тип профиля преподаватель. Если это делает за преподавателя библиотекарь тогда он должен понимать, что недопустимы сокращения, если э, будут какие-то сокращения или тем более неправильные фамилии, то соответственно ничего человек не увидит э, в своем э, индексе цитирования. А, ну вот мы завели для примера, э, чтобы показать какой-то богатый ринс, да, э, не нулевой явно, да, э, в качестве примера завели в наш э, э, в, нашу, в наш тестовый вуз лауреата Нобелевской премии Алексея Алексеевича Абрикосова. Вот мы правильно ввели его фамилию, имя, отчество. И вот что мы получаем. Да? Вот мы получили его показатели рин в соответствии с тем, как они существуют в в источнике на ресурсе под названием e-library. вы, наверное, все знаете, что исходный RINS создается именно там. И в нашем, в нашем профиле вы видите только отражение того, что существует там. Технологически это производится так. В момент формирования страницы вашей вы, она обращается по определенному э, протоколу к э, сайту и библиотеке, вычитывает из базы данных последнюю информацию и э, ту же самую информацию печатает вам в вашем, э, вашем личном кабинете. Ну, здесь, э, правда, отсутствуют некоторые из малозначимых э, строк, не надо на это обращать внимание. В основном, самая главная информация здесь, э, здесь есть. Значит, что нам надо знать? Если вдруг вы являетесь владельцем распространенной фамилии какой-то, да, и у вас есть достаточно большое количество тезок в, в e-library, и система не может определить, кто же вы на самом деле, то вам надо будет ввести вот этот вот спин. Это ваш ID в системе и библиотеке, которая определяет вас уже однозначно. И после того, как вы введете ее вот сюда, вот по вот этой вот кнопочке, отредактируете ее, вот тогда сюда попадет ваша правильная информация. Однако я хочу сказать, что этот пункт работает только тогда, когда есть какие-то разночтения. Вы не можете просто там, ну условно говоря быть Ивановым, да, а ввести спин от Фейнмана э, или от Абрикосова, ничего не получится, да. Это э, работает только тогда, когда есть э, какие-то разночтения, в, то есть есть дубли ф, фамилии. А, опять же по э, по этому вопросу, по тому как э, этот Ринц э, регулируется, вы сможете посмотреть видеоролик. Ну, я хочу сказать, что относительно Ринца Здесь мы можем только видеть РИНС, да? но, будучи автором в электронной библиотечной системе нашей, вы можете ринс не только видеть, но и увеличивать. Да? То есть, если вы сотрудничаете с нами и публикуете свои книжки в электронной библиотечной системе, в электронном, хотя бы даже и просто в электронном виде, да, не печатая свои экземпляры, вы имеете возможность повышать свой РИНС посредством участия уже в книгообращении, в российском книгообращении. То есть на вас, на эту электронную книгу можно сослаться, и вы таким образом этот РИНС увеличите. Ну и кроме того, для преподавателя существует еще... Дополнительные возможности по э, э, формированию списка базовых учебников. Вот так это делается из, из структуры ВУЗа. Э, ну и кроме того, вот хотел бы рассказать немножко о рекомендательном сервисе книгообеспеченности. Вообще говоря, этому вопросу будет посвящен отдельный вебинар. Э, если не изменяет память, 1 декабря у нас. Можете на него записаться. Ну а здесь я вкратце просто о нем расскажу, о том, что, что такое рекомендательный сервис книгообеспеченности. Это книгообеспеченность, которая заполняется другими вузами. То есть, когда вы входите, это касается уже больше, конечно, библиотекарей, но и преподавателей тоже, которые могут принимать участие в описание книгообеспеченности для своей, для своей кафедры, для своих дисциплин. Дело в том, что наш функционал построен таким образом, что если некие аттестованные нами вузы внесли определенную книжку в ту или иную дисциплину в качестве основной или дополнительной, да, то она у вас подсветится определенным образом функциональной функционале обеспеченности. Таким образом, вы будете, <coughs> если перед вами стоит задача с нуля создать список книг для определенных дисциплин, <coughs> вы можете воспользоваться подсказками, а кто еще из вузов это сделал и какие книги он внес. И это, разумеется, вам сильно поможет для того, чтобы не делать всю работу с нуля. У вас, разумеется, могут быть какие-то иные предпочтения, да, но предпочтения других вузов вы тоже можете принять во внимание, потому что э, по многим позициям вы э, совпадете. А, ну и система антиплагиат, которая у нас имеет место быть как дополнительная опция, да, э, она позволяет вам проверять работы студентов ваших как загруженных в ЭБС, так и загруженных в систему дистанционного обучения. Ну, а теперь я вкратце хотел бы рассказать про информационные каналы, которые у нас есть. То есть вообще, как вы можете общаться с нами, ну, общаться не обязательно напрямую, а какую информацию о нас вы можете получить, кроме как на тех сайтах, которые вы, с которыми вы работаете. Ну, вот я выделяю здесь четыре канала информационной поддержки. Да. Прежде всего, это наш учебный канал на YouTube, на который я вам очень рекомендую подписаться. Там много очень интересного. Да. Кроме того, что касается непосредственно ЭБС, там много разных вещей, которые могут вас заинтересовать как специалиста. Сейчас я вот чуть-чуть подробнее об этом расскажу. Итак, что представляет из себя наш учебный видеопортал на YouTube? Это несколько плейлистов, в которых мы кладем все, что в виде, в виде видеофайлов генерируется вот на стороне нашей, нашей ABS. Это записи вебинаров, это специальные учебные ролики, посвященные нашему ресурсу. Это записи выступлений на конференциях различных. Это видеоролики, посвященные работе с контентом. Ну и некоторые другие плейлисты. Ну вот список этих плейлистов. Это работа с учебным порталом LMS Biblioclub.ru функционал ЭБС, университетская библиотека онлайн, вебинары. Ну, в частности, если вы зайдете в вебинары завтра-послезавтра, вы уже увидите, что запись нашего вебинара будет там присутствовать. Кстати, если кто-то из ваших коллег захочет посмотреть в записи наш вебинар, милости просим на наш учебный видеопортал, там можно будет это сделать. Конференции, семинары, выступления. Профессиональная разработка электронного учебного контента. Это у нас электронный учебный курс такой есть в видеоформате. Ну и вот последнее, что я хотел бы вам представить. Я автор этого плей плейлиста. Это практикум автора учебного контента. Это мои учебные видеоролики, посвященные для тех преподавателей которые хотят стать авторами учебного электронного контента в продвинутом смысле с, с мультимедиа, с интерактивностями различными. Там я описываю различные интерактивные сервисы и программное обеспечение для создания мультимедиа и интерактивного контента. Ну, не будем здесь подробно рассматривать, какие именно ролики есть. Да? Следующий момент ⁇ это вебинары. Вебинары у нас проходят э, такими э, группами по 4-5 вебинаров примерно раз в квартал. Кроме того, каждый вуз может себе заказать, вот как вы это сделали, э, вебинары по любой интересующей его теме в удобное время получить этот вебинар от нас бесплатно. Да, то есть мы можем... Ну, не буду здесь объяснять, тут, понимаете, раз вы уже присутствуете на вебинаре, вы уже понимаете, что это такое, да, и насколько это удобно. Это удобно, нам не надо ехать в Курск, вам не надо ехать в Москву, чтобы собраться нам и обсудить наши вопросы. Вполне это можно сделать вот в таком вот режиме. Следующий пункт – это техподдержка. Ну, разумеется, всегда возникают какие-то вопросы при пользовании ресурса. Вот у нас на всех наших ресурсах есть вот, такая вот, вот такое вот окошечко. Да. Ну, оно может по-разному выглядеть. Вот когда-то оно существ... вот в таком виде было. Сейчас не помню, по-моему, чуть-чуть Преобразовал свой внешний вид, всплывающее окошечко на любой странице, на которой можно нажать. И всплывает вот такое вот уже более продвинутое окошко, и в нем можно задать вопрос в техподдержку. Можно, конечно, просто написать на адрес электронной почты. Или обратиться по телефону. Ну вот, кстати, здесь немножко устаревшая информация. Есть еще и телефон бесплатный через 8800 в подвале нашего сайта вы этот номер телефона можете найти в настоящее время. Вот таким образом у вас есть как минимум три варианта обращения к техподдержке: это либо позвонить, либо нажать кнопочку техподдержки в форме оформить это все ваш вопрос, либо по телефону позвонить напрямую связаться с нашими с нашей техподдержкой, которая постарается ваш, вашу проблему решить. Ну и наконец у вашего вуза, у любого подписчика существует персональный менеджер, который может, который является вашей вот последней уже. Если никак не удалось решить какую-то проблему, то значит обращайтесь к нему, и тогда он эту проблему решает отвечает на, на ваши вопросы, обращаясь уже к тем специалистам, которые, которых он знает. Ну что, вот теперь я чуть-чуть расскажу вам про наш проект, связанный с электронным обучением. Давайте я пару пунктов здесь пропущу. Скажу, что значит у нас мы работаем в системе дистанционного обучения Moodle 2.8. Более того, мы, у нас работает один из лучших вузовских специалистов по, по этой системе. Он у нас ведет платные и бесплатные курсы по этой среде. Если вы хотите стать автором электронного учебного курса, обращайтесь к нам. Сейчас я вам скажу, по какой Давайте вот это мы все пропустим, потому что это касается вот по этим адресам. Можете просто написать на этот адрес и попроситься в нашу систему, где вы можете попробовать создать свой электронный учебный курс. Если вы создали годный электронный учебный курс, который... По критериям качества удовлетворяет и вас, и нас, мы можем совместно уже заняться монетизацией этого контента, и вы вместе с нами можете уже выступить как автор курса. Мы его попробуем предложить нашим слушателям в качестве электронного учебного контента, который будет сопровождаться вами уже как преподавателем. Вот, я думаю, что преподавателей, многих преподавателей это может, может заинтересовать. У нас уже этот опыт был, мы несколько наших курсов от нашего имени продвигали и закончили, и несколько наших преподавателей уже отчитали свои курсы. Это был успешный опыт, на мой взгляд. Один из курсов был посвящен производству мультимедиа своими руками. Другой курс посвящен интерактивным сервисам. Ну и много других раз. Да, был курс по управлению проектами и так далее. Вот. Я думаю, что вас это может, может заинтересовать. По поводу создания интерактивных курсов в нашей системе Moodle, Вы также можете посмотреть наши учебные ролики, если скачаете э, этот э, эту презентацию мою. А, ну и да, и я вас э, э, призываю скачать вот слайд из другой презентации, который вы тоже можете скачать в общедоступных ресурсах. Вот здесь вот справа, да, где-то где вот здесь она должна быть у вас. Вот, посмотрите, тут есть наше предложение преподавателям по участию в нашем электронном обучении. Теперь несколько слов по тем предложениям, которые есть у нас к вузам. Мы можем для вузов организовать платное обучение. У нас есть несколько тем. Да, есть платная и есть, есть бесплатная. Вот наша тема. Да? Вот есть такой бесплатный курс «Методы и технологии сотрудничества и взаимодействия в онлайн-обучении». Это курс по, по системе Moodle, как делать свой учебный курс. Есть даже более глубокий курс, уже платный, «Реализация образовательных программ с применением электронного обучения» на примере LMS Moodle 2.8. Есть еще два курса. Это курс «Профессиональная разработка электронного учебного контента». Вот в него такие темы входят. Основы тестологии, создание учебного контента при помощи интернет-сервисов, создание учебных видеороликов, компоновка интерактивного курса в среде Moodle компоновкой электронного курса как производного произведения вместе с АБС. И есть еще один электронный учебный курс. Учебное видео в электронном обучении. Замечательный курс, на мой взгляд, получился, недавно созданный. Очень актуальный, потому что, как, как известно, учебное видео в последнее время взрывной рост производят в, в среде электронного обучения да, кто хочет научиться ну вот такие курсы мы предлагаем вашему вузу как юридическому лицу но иногда эти курсы и запускаются и в варианте для физических лиц следите за нашими новостями и рассылками и если такие курсы будут появляться они будут там фигурировать. Еще пару слов об принципе EBS как сервис. Как я уже сказал, у нас есть возможность при просмотре книжки получить код ставки. Вот здесь, вот на этой картиночке, правда, представлен предыдущий дизайн нашего ридера, ну, тем не менее, такая кнопочка там тоже была. Вот она такая. По этой кнопочке вы можете получить код вставки. И этот, еще раз я просто повторюсь, этот код вставки вставить в любое место. Можете вставить, например, в свой блог. А можете вставить в свой электронный курс. И вот это как выглядит, например. Да? Вот это скриншот из нашего из нашей системы дистанционного обучения. Вот если вы посмотрите, то я вам сейчас вот выделю области. Вот область вне этого прямоугольника является система дистанционного обучения. Это ее навигация. Все что, касается, Все, что находится внутри, это, по сути дела, ридер из нашей электронной библиотечной системы, который автоматически вставляется в электронный учебный курс. И таким образом из кусков различных книг можно формировать свой электронный учебный курс, выступая вот таким вот компоновщиком контента. Можно, конечно, и дописывать свои части, сопровождать своими роликами и так далее. Но смысл в том, что вот такие части из книг можно использовать в своем учебном курсе. Пару слов об открытом нашем проекте Арт-портал. Я вам советую, зайдите обязательно на, вот, по вот этому адресу ArtBiblioklub.ru, посмотрите, что там есть. Это более 60, около 65 тысяч изображений и постоянно пополняется база данных изображений. Около 5000 авторов и 3000 музеев представлены на арт-портале. Это дополнительный учебный ресурс, посвященный произведениям искусства. И это та база данных, из которых свободная база данных, из которых ваши студенты могут брать изображения и вставлять их в свои собственные работы. Поэтому мы этот арт-портал считаем не просто порталом для удовлетворения своих эстетических потребностей да но и учебным порталом в котором ваши студенты могут использовать контент оттуда да. ну не буду перечислять стили направления жанра это все что существует по сути дела это если касается Жанров это и аллегории, и исторический жанр, пейзажи, портреты, э скульптура, декоративное искусство и так далее. А, ну и я хотел бы еще вам анонсировать проект, который мы вот последнее время делаем. Я вам даже сейчас дам ссылочку, чтобы вы посмотрели этот один из этих проектов. Дам ссылочку прямо в вашем чате. Вот это ортотека это формирование выборок изображений с подробными описаниями в виде структурированных текстов и мультимедиа страниц, в которых освещается определенный аспект этой выборки. Ну например, вот такие названия как образ Иисуса Христа в европейском искусстве искусство Японии, искусство Китая, искусство Древнего Египта, Возрождение. Вот такие темы будут освещены в, этой, в этом проекте, который мы называем «Артотека». В «Артотеке» будет выходить примерно по одному такому проекту в неделю. Мы планируем, что этот проект будет хоть и платным, но достаточно дешевым. Подписка будет стоить, если не изменяет память, меньше 2000 рублей на, на год. Вот. И этот, эти проекты, они сделаны в совершенно новом стиле, в стиле мультимедийных лонгридов. Вот вы можете еще раз посмотреть по этой ссылке, посмотреть, что они из себя представляют. Да? Там могут быть и Сами картинки, и ролики мультимедийные, и вот такие вот элементы, интерактивные таймлайны, на которых вы можете посмотреть, к какому периоду относится та или иная картинка, перелистать картинки, посмотреть. То есть, это такой слайдер, который позволяет рассматривать изображения, переходить на их большие большие варианты, то есть там высоко, с высоким разрешением, и рассматривать, где на оси времени они находятся, когда они были созданы. Ну что ж, вот мы в наш час уложились как раз. Коллеги, я рассказал за час, конечно, не смог осветить все моменты, связанные с нашей библиотекой, электронной библиотечной системой. Я думаю, что либо я, либо Эрик ответим на ваши вопросы, если они есть. Если их сейчас нет, то, пожалуйста, спешите вот эти вот координаты наши, по которым вы сможете задать вопрос по электронной почте. Еще раз я вас призываю подписаться на, наш, на нашу страничку в Фейсбуке и на наш видеопортал в Ютюбе и таким образом оставаться на контакте с нами через вот эти вот информационные каналы. Спасибо вам за внимание. Я жду ваших вопросов. Хотите ли вы получить информацию о наших вебинарах, которые состоятся в ближайшее время? Давайте я вам дам эту ссылочку. Сейчас одну минуточку. Вот ссылочка на новость на нашем, на нашем сайте, в которой есть прямые ссылки для регистрации на наших вебинарах. На этих вебинарах вы сможете более уже подробно узнать о нашем ресурсе, если это будет необходимо. Темы вебинаров будут такие. 24. Ноября будет тема Новые возможности ЭБС Университетской библиотеки онлайн в 2015-16 учебном году. 26 ноября в четверг. Кабинет библиотекаря в университетской библиотеке онлайн управление контентом и контингентом. Третий вебинар состоится 1 декабря. Он будет называться Рекомендательный сервис книгообеспеченности. как одно ЭБС закрыть все дисциплины. Четвертый э, вебинар будет в основном посвящен функционалу преподавателя. Будет называться ⁇ Удобно преподавателю, новые возможности для преподавателя ВБС, университетская библиотека онлайн ⁇ Будет проходить 3 декабря. Ну и последний э, вебинар 8 декабря будет называться ⁇ Публикация выпускных квалификационных работ ВБС, ВБС новые нормативные требования ⁇ вот я приглашаю вас на эти вебинары. Спасибо, Елена Александровна, за ваши добрые слова. Я еще раз надеюсь, что вы захотите более подробно узнать про, наше, про нашу электронную библиотечную систему. И еще раз призываю обращаться ко мне к Эрику Авакому, Эрику Владимировичу. Так, более подробно книга обеспеченности. Давайте, вы знаете, я не хочу комкать этот вопрос. Давайте так, во-первых, я вас приглашаю на вебинар, который будет полностью этому посвящен. А во-вторых, я вам сейчас дам ссылочку, если вы подождете меня в течение одной минуты, я вам дам ссылочку на тот вебинар, который читал. Этим летом почти все из этого вебинара остается актуальным. Итак, вот эта вот ссылочка на вебинар по книгообеспеченности. Это примерно часовой вебинар. Ну, можете его так пролистать побыстрее. Спасибо. Спасибо. Ну что, коллеги, спасибо. Мне было приятно провести с вами этот час времени. Все контакты у вас есть. Благодарю вас за внимание. Я отключаюсь еще в течение примерно пяти минут. Я останусь в чате. Если возникнут какие-то вопросы, я постараюсь ответить уже в чате. Надеюсь видеть вас среди наших подписчиков. Ну или, по крайней мере, среди пользователей наших различных сервисов. Спасибо.